находитесь на канале «Коробка красок». И в сегодняшнем выпуске вновь будет акварельный ботанический скетч. Я решила нарисовать целых две открытки. И рисовать мы будем сегодня вот такие стилизованные подсолнухи. Стилизация – это упрощение формы и фактуры предмета. И в сегодняшнем видео я поэкспериментирую с этими цветочками и попытаюсь их изобразить так, чтобы они с одной стороны не были натуралистичными, а с другой стороны, чтобы было четко понятно, что это подсолнухи. Кому интересен процесс рисования, оставайтесь со мной, а я приступаю. И на первой открытке я изображу подсолнухи традиционной формы. Они максимально будут натуралистичными, но стилизацию постараюсь сделать активную. Для начала, как обычно, сделаю карандашный набросок. Затем залью все цветом, подсолнухи будут от ярко-желтого до темного желтого, а середину делаю коричневую с добавлением черного, ну а стебли с листьями зеленый с добавлением голубого. Ну а теперь после полного высыхания акварели приступаю к стилизации. И здесь можно включить всю свою фантазию на максимум и расписать листья кружочками, квадратиками, палочками. Могу сказать с уверенностью, что кто любит рисовать мандалы, вам понравится рисовать в стилизации.
Ну и вот такая открытка у меня получилась. На второй открытке я уже подсолнухи нарисую схематично, и здесь стилизация будет уже более ярко выражена. Ну и как обычно делаю карандашный набросок. И приступаю к заливке все тем же желтым цветом. Все-таки это подсолнухи, и от цветовой гаммы в этой технике лучше далеко не отходить. Единственное, с цветом можно поиграть в листьях и в стеблях. Ну и теперь, после полного высыхания акварели, приступаю к стилизации. В общем-то и все, вот что у меня вышло. Напишите в комментариях, как вам такая техника и хотели бы вы еще такие видео. Ну, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и обязательно смотрите предыдущие акварельные ботанические скетчи. Ссылки на них вы найдете в описании. И кому интересно, подписывайтесь на мой инстаграм, там я со всеми своими акварельными ботаническими скетчами участвую в одном интересном марафоне. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока и до новых встреч!